Привычно видеть на воде патрулирующих инспекторов ГИМС. Но вот о том, что за порядком, с водной глади следят ОМОНовцы, знает не каждый. По установленному маршруту и графику катер ОМОН регионального управления Росгвардии заступает на дежурство в акваторию Оки. Бойцы отряда ежедневно патрулируют главную водную артерию Рязанской области. Основная задача сотрудников – выявление нарушений законодательства в сфере охоты и добычи водных ресурсов. Охрана общественного порядка на воде – то же самое, как и на суше. Грубо говоря, пьяная компания, к которой невозможно подобраться, да, там, с берега. Потом идет массовое мероприятие, проходит в нашем парке, на Орешке. Мы также летом патрулируем, становимся рядом с Орешкой и просто становимся на якорь и смотрим за ситуацией с воды. Патрулирование проводится как в составе подразделений лицензионно-разрешительной службы Управления Росгвардии по Рязанской области и совместно с другими региональными ведомствами, линейным отделом полиции, Министерством природопользования. По итогам прошлого года, по фактам выявленных в ходе рейдов нарушений, возбуждено 7 уголовных дел по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная добыча водных биологических ресурсов. За 19-й было возбуждено 7 уголовных дел за вылов ценных промысловых рыб во время нереста. То есть недобросовестные граждане, волей случая, то ли своей профессиональной деятельностью вылавливают стерлядь, которая запрещена именно так, как она является ценной промысловой рыбой. Катер оснащен таким образом, чтобы у сотрудников Росгвардии была возможность быстро и неизбежно пресечь любое нарушение порядка. Данное судно идеально сбалансировано для внутренних вод, таких как реки, озера. Естественно, мы его можем в любой момент в течение получаса выдернуть на сушу, поставить на прицеп и уехать в любой населенный пункт, где есть водоемы. Вот он оснащен довольно-таки мощным мотором, системой радиоэлектронной слежки, которая позволяет нам видеть нарушителя, проходящие судно нам навстречу, сзади. Поэтому судно превосходное, рулится превосходно, быстроходное. Браконьеры не уходили, возможно, не уйдут. Патрулирование происходит не только в дневное, но и в ночное время суток. Контроль порядка росгвардейцы обеспечивают по всем фронтам, в том числе и с воды, в любое время года.